Амбулаторно-инфекционный центр в Артеме продолжает круглосуточную работу. Инфекционные бригады также продолжают прием жителей в поликлинических терапевтических отделениях в территориальных управлениях. По информации поликлиники Артемовской городской больницы номер 1, зарегистрировано 205 первичных обращений жителей с симптомами ОРВИ и новой коронавирусной инфекции. 243 обратились к медикам повторно. По данным Артемовской городской больницы номер 1, амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 113 артемовцев. 164 человека лечатся от COVID-19 в условиях стационара. Продолжает работу и единый телефон 122. Врачи обращают внимание, что прививка от COVID-19 помогает избежать тяжелых последствий в случае заболевания. Прививочные пункты по-прежнему принимают жителей для вакцинации и ревакцинации. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Первый этап вакцинопрофилактики прошли 58 693 человека. Завершили курс иммунизации 55 714 человек.